Отож, доброго ранку, шановні телеглядачі. Я не дарма так одягнена і стою в чудовій компанії. Сьогодні до нас в гості завітав Микола Данцев, шоколад'є, майстер шоколадної справи. І сьогодні ми з ним будемо готувати щось таке смачненьке. Я вже там трішечки скуштувала цукерочок і шоколадок, але що ж ми будемо сьогодні робити? Добрий ранок. Так, ну, літо, день рождення, відпускна пора, различные пикники, вот чем занять детей, особенно женщин, это 100%. Вот девушки и женщины становятся, дети уходят на второй план, потому что до вот этой установочки, вроде бы она простая, водяная баня, но добираются женщины. Угу. Вот. Что мы делаем? У нас дома, например, к нам внезапно приехали родственники из, например, из Киева, да? Как можно накормить вкусно и отдохнуть, какое-то промежуточное между банкетными мероприятиями? Вот, что можно сделать? Берем яблоки. Вот у нас в холодильнике, да, например, два банана, два яблока. Значит, берем нож, начинаем резать. Обязательно вырезаем сардинку, сердцевинку. Да, вот. Я обычно ее ем, но для того, что мы делаем, она нам не нужна. Вот. Вырезаем. Потом, что нам еще понадобится? Нам понадобится одна кастрюля, одна мисочка, и там сотейник. Вот. Набрали воды, и вода обязательно должна касаться дна. Угу. Мисочки. Это получается водяная баня. Вот. У нас тут уже все кипит, бурлит, да. Вода горячая. Вода должна быть горячая, где-то там 80 градусов, 90, ну почти кипяток. Вот. И мы растапливаем шоколад. Ну, например, для того, чтобы нам приготовить шоколад, вот. Для того, чтобы приготовить шоколад профессионально, мы его будем профессионально отрабатывать. Почему? Потому что, например, если мы вот таким растопленным шоколадом покроем наше изделие, это уже будет, ну, честно сказать, фондю. А нам нужен немножко другой продукт. Почему? Потому что фондю надо есть сразу, пока горячий. Как только он застывает, его сразу не сильно захочется есть. Почему? Потому что он будет такой пятнистый, он будет белый, коричневый, такой желтоватый оттенок. Это почему? Потому что структура кристаллов какао-масла нарушается, то есть шоколад становится, профессиональный термин есть такой, нетемперированный. Вот. Нам нужно его оттемперировать, отработать. Это достаточно, вроде как, просто, но и сложновато. Итак, мы порезали одно яблочко, потом берем банан. Вот. Примерно банан делим на 6 частей. Вот, бананы можно покупать как самые-самые спелые, уже такие, знаете, немножечко с темным цветом, ну и уже еще крепенькие. То есть банан делим на 6 частей визуально. И давайте, вы мне будете помогать. Так, задуволение. Вот. Да. На кухне всегда нужно иметь вот спирт. Так. 76% помогает для того, чтобы обработать руки. Так, но в случае, например, какого-то чрезвычайного, там, например, порезались, можно обработать рану. Ну и вдруг гости придут. И анестезия. Залетают до кухни гости. Вот. Класс. Протирайте ручки, чтобы они у вас не были мокрыми. Вот, спирт. Вот. И мы начинаем уже делать то, что повергает в шок гостей. Так. Шоколадный шашлык. Вау. До речі, перше запитання. Це молочний шоколад, це чорний шоколад? Да, это молочный шоколад. Молочный шоколад бывает от 35 до 55%. То есть шоколад делится всего на 4, так сказать, основных психотипа. Первый – это белый шоколад. Белый шоколад – это так называемый, ну, наверное, продукт шоколадный, потому что там есть какао-масло, но нет какао-порошка. А именно какао-порошок дает название шоколаду «шоколад». Вот. В молочном шоколаде больше молочных продуктов, но меньше какао-содержания. В черном шоколаде он примерно начинается с 55%, но и молочный есть 55%. Вот. А черный там 60, 64, 70 – это уже горький шоколад, 70, 71, 80, 85, вот даже 90% есть горький шоколад. Итак,
делаем примерно вот такой вот шашлычок. Вы мне не показываете, пока, а я буду повторять. Пока мы готовим шоколад, вот вы будете делать шашлычок. Вот, берем вот одну штучку, потом одеваем один бананчик и потом придавливаем с двух сторон. Вот такой вот у нас получается шашлычок. Можно, конечно, полностью нанизать, но удобнее работать вот с таким вот шашлычком. Мангал треба до цього розпалити? Мангал у нас уже есть. У нас уже шоколадный мангал есть. Мы убираем немножко плитку и начинаем темперировать шоколад. Итак, для того, чтобы правильно отработать шоколад, нужно, самое главное, растопить шоколад и не перегреть. То есть для этого можно пользоваться градусниками бесконтактными, термометрами, можно погружающими, ну, например, для консервации. Такой вот маленький термометр красненький. Давайте добавим шпажек. Давайте. Вот шпажки. Вот. А нам для того, чтобы отработать, мы разогрели, вот, например, там 2 или 3 плитки разогрели шоколада. Теперь мы добавляем шоколад, вот я из Бельгии получаю шоколад вот в таких вот калетах, или там дропсы, это по-разному называют все. Прямо мы бросаем сюда растопленный шоколад, и таким образом, это называется метод затравки, в нетемперированный, то есть шоколад, когда растопленный, он нетемперированный, структура какао-масла разрушена, и он, так сказать, нестабильные кристаллы, они вот плавятся. А мы сейчас резко понижаем температуру, и шоколад темперируется. Вот мы его... Давайте покажем. Да. Нашим глядачам, щоб бачили, що у нас тут. Ми його зараз розмішуємо. Хорошо нужно вимішати шоколад. І посредством того, як ми додаємо вот, шоколад, він вимішується і температура падає. Наша задача зараз, щоб температура упала до 28 градусів. Шановні телеглядачі, ви не уявляєте, який зараз тут аромат. Я навіть заздрю сама собі. І хочеться скуштувати. Камера не можу. Вот. Итак. Температура падает. Даже, допустим, бывает такое, что гости заходят, вы мешаете шоколад. И он еще вроде бы не сильно приготовлен, но его уже можно есть. Вот. Что интересно, вы знаете, вот в шоколадном, так сказать, в шоколадной профессии, например, чем она отличается от, например, профессия шоколате от кондитера, да? Ну, например, кондитер не может иногда съесть часть заготовок, которые он сделал, потому что, ну, например, там маргарин взбитый там, или там смешанные какие-то ингредиенты. Вот. А шоколадье, даже если изделие не получилось, его можно съесть. Это точно. Можно я вам допоможу? Можно. Давайте. Безотходное. Да, безотходное производство. Сейчас вымыкайте камеры, я буду куштувати. А оці кусочки шоколаду, які ви кидаєте туди, вони там не розчиняються? Вони тають, вследствие того, що тут була температура у нас 50 градусів, тобто температурний режим следующий. Білий шоколад... Тобто вони поступово розчиняються? Так. Да. Білий шоколад 45 градусів, молочний ми нагріваємо до 50, чорний до 55. Потім, додаючи ось такі от калети, мы опускаем температуру до 28 градусов, и когда мы добавляем туда шоколад, шоколад, который твердый, он расплавляется, понижая температуру общей массы шоколада. Там действительно оно так чудово тут расплавляется. И уже он густенький немножко, да? Видишь, густейший стал. Да. Для этого не надо использовать венчик, но бывает такое, что, например, очень сильно нужно быстро-быстро отработать шоколад, тогда, конечно, можно брать венчик и венчиком, но здесь вероятность такая, что кислород, вернее, шоколад насыщается кислородом венчиком, и надо будет потом отбивать, вот долго постукивать по столу, для того, чтобы вышли все пузырьки. Ну что, она выходит? Выходит. Ну, мы с вами уже не первый раз делаем. Так, мы не первый раз. У мене вже був досвід виготовлення цукерок. Наші шановні телеглядачі мали змогу бачити сюжет, тому я вже такий сьогодні. Ну вже, наверное, давайте я, наверное, всю студію візьму на полставки, і в цій студії ми будемо тут производити задоволення. Шоколад. Відкриємо такий додатковий цех. Цех виробництва. Виробництва, будемо працювати. І будемо працювати. От тут відкриємо на центральному ринку. Буде нова в нас тоді торгова марка, там цукерки новий день.
Да, цукерки новый день. Ось так и народжуються идеи в прямом эфире. Кстати, в прямом эфире, да, мы только что озвучили название «Цукерки новый день». Обещаю вам на следующий сюжет принести новую конфету, разработанную специально для вашего телеканала, которая будет звучать «Цукерка новый день». Все. Это будет совершенно новый вкус, Это будет совершенно новое. Ось, класс. То есть и на какой-то, допустим, праздник я буду специально готовить вам подарок для того, чтобы либо, например, какие-то гости к вам приезжают, либо, например, президент к вам приезжает, или там президент там, Международного олимпийского комитета, например, приезжает в гости, и мы его угощаем здесь конфетами «Новый день». Ні, це буде супер, це буде ексклюзив. Тоді знову Олімпіада буде тільки в Україні. В Миколаєві буде проводитися. У нас, смотрите, плавання, Южний Буг, Інгул, пусть плавають. Вот, можна норми навіть здавати якісь. Бігати буде до Херсону і назад. Так, да, до Херсону і назад. Вот. Парусний спорт є, боротьба є. І так. Смотрите, что у нас получилось. У нас получился очень уже такой густой, текучий шоколад. Уже можно покрывать наши изделия для того, чтобы они застыли. То есть сейчас, как проверить, правильно ли мы отработали шоколад? Обычно я это делаю вот с помощью кондитерского шпателя. Вот, то есть обмакивается в шоколад, убирается шоколад, нижняя часть. Вот. И потом оставляется прямо при температуре воздуха застывать. Правильно оттемперированный шоколад в течение 5 минут должен застыть. Если температура, например, воздуха около 20-23 градусов, там 5-4-5 минут. Если шоколад неправильно отработан, неправильно оттемперирован, шоколад будет застывать в течение получаса, часа. То есть его надо будет специально ложить в холодильник, чтобы он заморозился. Но в итоге шоколад будет не совсем красивый, то есть продать его будет уже сложно. Итак, начинаем самое главное. Самый интересный и красивый момент. Берем одноразовую посуду, вот, для того, чтобы положить наши конфетки. Вот, и начинаем покрывать. Я вам показываю как, а потом вы покрываете. Вот. Наши кусочки нам не нужны, мы его покрываем вот так вот. Шановні, яка це краса, яка краса, а смакота ще є, там буде, так? Боже ж ти мій. Так. Ви представляєте, да, це шоколад, чистий, молочний, бельгійський шоколад. У нас в студії шоколада є багато різних шоколадів, є французький шоколад. Ну, в мірі так, наприклад, я вам скажу, є якась класифікація производителей. В основному лідирует це бельгійський, французький шоколад. Вот. Очень сильно-сильно любят еще шоколад Люкер, колумбийский шоколад. Между прочим, там ничего нет. Многие улыбаются, что там в колумбийском шоколаде обязательно что-то есть. Вот, я с собой взял еще. Прекрасы. Да, прекрасы. Ну, а здесь вы уже украшаете, как хотите. Да? Да. Я просто дуже люблю горішки. Але всі кажуть, що український шоколад теж дуже цінується в Європі. І я коли був в Європі, то мене питалися, а чи не привезли ви нам справжній український шоколад? К сожалению, український шоколад ще должен учиться. Вот. Должен учиться работать для того, щоб шоколад став дійсно європейського рівня. Поэтому давайте работать. Да. Покрывайте шоколадом. Что ему для этого потребно? А теперь начинаем кричать: шашлыки, кому шашлыки? Кому шашлык? Так. Покрывайте. Катыша. Да, сразу все затихли. Никому шашлык. А подходи, дорогой, слушай, шашлык бери, шоколадный, настоящий, хороший, бери шашлык. Вот когда. Да, вы правы. Теперь надо постукать. Для того, чтобы лишний шоколад... Ну, шоколад лишний никогда не бывает. Но тогда не растечется на тарелочке, и тогда будет красивое изделие. А скажи, пожалуйста, чего не выстачает нашему шоколаду, чтобы быть европейского уровня?
Казали, ну, наверное, здавалося б, ну, шоколад, він, як то кажуть, в Африці шоколад. Ні, це вже качество какао бобов, закупка, робота на бірже, переробка. Опять же, переробка остається желать лучшого, поэтому поки ми не можемо конкурувати з бельгійцями і французами. То друга партія готова. Друга партія готова. Вся справа в технічних якихось. Так, да, технічне оснащение. А теперь смотрите, вот создаем уже небольшие дизайнерские штучки. То есть вот у нас часть, видите, да? Вот, да. Вот так мы сделали. Шоколаде, да, а сейчас нет, да. Да. Угу. То есть здесь уже мы можем посыпать фрукты, шоколад, еще и горішки. Это просто какая-то дивовижна суміш. А что это такое рожевое там? Цукаты. Цукаты. Вот. То есть вот, ага. Видите, да, когда он застынет, это будет вот просматриваться такой небольшой стиль, так сказать, лофта. Вот будет просматриваться вот задняя часть яблок, бананов, то есть вот внутренние такие фрукты. Вот так, теперь давайте покриваємо ще раз. Давайте, поки ми будемо дороблювати наші шашлики, я пропоную нашим телеглядачам трішечки відволіктися. Ми доробили шашлички наші фруктові. Дивіться, які вони в нас гарні вийшли. Микола тут бавиться шоколадом. Теж подивіться. Клас, просто. Так ось, ось що у нас вийшло. Ось такі шоколадно-фруктові шашлички. Дорогі друзі, пам'ятаєте, ми в самому початку тестували шоколад. Да. От якщо зараз подивитися, да, тобто нічого не капає. Тобто він вже застиває, і якщо навіть подивитися вот на світ, то уже чіткое охлаждение, ровный слой, никаких нет ни пятен, ни потеков, ничего. То есть абсолютно ровный слой. Ну, вот. То есть это означает, вы шоколад сделали честно, правильно и заработали шоколад. Теперь, вот наши шашлыки. Вот обратите внимание, первый шашлык уже, вот если получится приблизить, вот, уже почти застыл. Підстигає, так. Уже, да, уже остывает, и вот через 10 минут, там 3-5 минут, уже будет все застывшее, уже можно подавать, и можно даже поставить холодильник там на час-два, если гости там едят первое, второе, так сказать, заедают шашлыками, и потом на десерт будут уже не настоящие шашлыки, а фруктовые шашлыки. Это не наш випадок, мы не будем чекати 1-2 години, потому что это неможливо. Я скажу так, что гости-гости, тут для себе таке зробити, це вже свято. Так. А гості ще це не треба подумати. Ще гості прийшли, щоб таку красу. Я вам гарантую, що вся сім'я вдома, якщо зібереться, зробить собі фруктові шашлички, це буде таке велике радісне событие для дітей, для жени, для папи. Да. Я думаю, що треба подякувати нашому шановному гостю. Так, за те, що таке, ви за ці витвори мистецтва, які ми можемо бачити, маємо змогу бачити сьогодні тут. І поки ми будемо пропонувати наступний сюжет нашим телеглядачам, я скажу чесно, зараз це наша знімальна група, я думаю, що підійде і покуштує це. Бо втриматися просто неможливо. Неможливо. І аромат, і вигляд, і так, як воно, мабуть, на смак, я думаю, що ніхто не встоє, навіть наші оператори. Отже, ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас. До свидання. Сподіваємося, що ви ще завітаєте до нашої студії і ще нам щось цікаве таке покажете. Може, нову конфетку? Та, так, ми пам'ятаємо про цукерку. І конфету брендову, брендова конфета. От, конфета таке, новий день, вона буде... Буде трюфель новий день з каким-то таким особим вкусом. Як наш ефір з таким якимось присмаком, так? Так? Ну, якщо говорити о цвіті, сопровождення іменно зараз, то это цвет такого лайма, что-то такого, поэтому... Ну, вже я бачу плакат новий, як, то, да. Вже, як там Рошен пишуть, а тут я бачу, там, трюфель новий день з присмаком телебачення. Так. Дякуємо вам, Микола. Дякуємо вам і завітайте нас ще раз обов'язково.